Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать к экранам! С вами снова программа «Почитайка». И те, кто смотрел наши предыдущие выпуски, уже знают, что мы начали читать истории про зайчонка Тали. И сегодня вас ждет новая история о нем, которая называется «Тали моет руки». Давайте позовем скорее моих маленьких слушателей. Бегите сюда и усаживайтесь поудобнее. Алина, Элиса, Руслан и Эмиль уже готовы и с нетерпением ждут. Если и вы готовы, то поехали. Тали моет руки. Был жаркий летний день. Тали было очень весело играть в парке. Он катался на качелях, спускался с горок, играл в песочнице. После стольких игр он очень устал. Мама позвала его. «Тали, пора домой. У нас есть для тебя сюрприз. После обеда мы пойдем всей семьей в лунопарк», — сказала она. Тали так обрадовался и воскликнул. «Ура!» Взяв маму за руку, они отправились домой. По пути домой Тали продолжал мечтать. Ему не терпелось скорее оказаться в лунопарке. Он вспомнил, как был там в последний раз. Это вращающиеся карусели, быстрые машинки. Когда они добрались до дома, Тали с головы до ног был в песке. Мама скорее завела его в ванную комнату. Он снял с себя грязную одежду и со словами «Время для баскетбола!» закинул ее в корзину для белья. Теперь пора было мыть руки. Сначала мама помыла свои. Но только Тали тоже хотел помыть руки, как зазвонил телефон. Мама велела ему: «Как только помоешь руки, надень чистую одежду и беги на кухню». А сама пошла отвечать на звонок. Но Тали уже думал только о еде. «Я помою руки позже», — подумал он про себя и вышел из ванной. Надев чистую одежду, он сразу же отправился на кухню. Торопясь, он совсем забыл помыть руки. Он был так голоден, что сразу принялся за еду. Но после еды ему вдруг стало плохо. Живот скрутило, начало тошнить. Маме пришлось вызвать врача. Осмотрев зайчонка, врач сказал ему: «Хочешь узнать, что с тобой приключилось?» И передал стетоскоп ему. И в самом деле, из его живота доносились совсем страшные звуки. Достав некоторые лекарства из своего портфеля, доктор сказал: «Тали, очень важно мыть руки, особенно перед едой и после посещения туалета. Иначе немытые руки могут стать причиной болезни. Сегодня тебе придется остаться в постели и принимать лекарства». Тали очень внимательно слушал слова врача, ведь он не знал, к чему могут привести немытые руки. Он сразу же пошел в ванную комнату и принялся мыть руки с душистым мылом. Тали очень понравилось играть с мыльной пеной. В то же время он думал о том, как здорово быть чистым. Давайте проверим, кто и что понял из этого рассказа. О чем мечтал Тали, возвращаясь с парка? Он хотел пойти в лунопарк и играть там. Совершенно верно. Алиса, почему Тали не помыл руки в ванной? Он решил, что помоет их позже, и отложил это дело. Правильно, потому что он сильно проголодался, не так ли? Теперь к тебе вопрос. Почему Тали заболел? Из-за того, что он не помыл руки. Что могло быть у него на руках? Пыль и микробы. Верно. И эти микробы вместе с едой попали к нему в желудок, и он заболел. А тебе такой вопрос. А ты когда моешь руки? Перед едой, после еды и после того, как приду домой с прогулки. Молодец! Итак, друзья, теперь мы узнали, как же важно мыть руки. До встречи в следующих выпусках. Помашем ручкой на прощание. Пока-пока!